Всем подписчикам большой привет! Сегодня поговорим немножко о здоровье. Всем знакомы так называемые медицинские банки и способ лечения с помощью медицинских банок. В чем он заключается? Есть банки стеклянные, которые делаются у нас еще со времен Советского Союза, которые ставятся в разные места на кожу. За счет создания вакуума под ней, который достигается тем, что прогревается каким-либо источником открытого огня, значит, воздух внутри банки, потом банка прикладывается, и за счет остывания под ней создается разрежение, вакуум. Банка держится. Под этим участком происходит изменение циркуляции крови. Получается интенсификация капиллярного кровообращения, и у нас улучшается обмен веществ. Человек начинает выздоравливать, иммунная система включается более активно. Но эти банки не очень удобны. Почему? Необходим источник огня, и второе их недостаток, то что вы можете перегреть эту банку и получить в результате ожог. Не очень удобно. Сейчас появился в продаже набор этих банок, китайский набор, который лишен этих недостатков. Что он из себя представляет? Это набор из 12 штук банок. Банки разного размера, они пластиковые, в которые встроен клапан. Клапан, который позволяет запирать эту банку и создавать под ней вакуум. К ней прилагается насос. Вакуумный насос, маленькая помпочка, которая создает под ней разрежение, то есть банка прикладывается в нужное место, начинается откачивание воздуха, и в результате этого банка притягивается. Клапан перекрывает достаточно надежно и держит. Когда процедура заканчивается, вы просто ее снимаете за счет вот этой пипки, то есть клапан открывается, воздух запускается. Но этот насос не очень удобен тем, что не всегда банка притягивается, потому что небольшой объемчик. И в набор в этот входит также шланг. Шланг с наконечниками, который позволяет ставить эти банки с помощью электрической помпы или электронасоса. У меня есть в наличии вот такой вакуумный насос. Это насос Валуэ, китайский насос, который я применяю для своих целей в холодильной технике. Как использовать этот насос? Вы надеваете вот этот переходник на шланг, наконечник надеваете, точно так же включаете насос и прикладываете банку. Под ней быстренько создается разрежение, наконечник снимаете. Прикладываете вторую банку точно так же. Снимаете быстренько, под ней создается разрежение. И таким образом можно очень быстро ставить банки. Потом снимаются они за счет снятия насоса. Под ней появляется синяк. Краснота. Но это пугаться этого не нужно. Это просто кровь у вас приливает за счет вакуума к этому месту. И за счет этого улучшается у вас трофика ткани. То есть обмен веществ подкожно увеличивается. За счет этого происходит исцеление. В этом и есть смысл вот этой баночной процедуры. Вот такой наборчик дешевенький. Он стоит 1000 рублей. 1000 рублей, 12 банок, и достаточно быстро приходит. Рекомендую вам всем для поправления здоровья. Подписывайтесь на мой канал. Благодарю за внимание.